отлично разыгрывает комбинацию Дель Потро. Вот сразу 0-30. Потянуло к сетке испанца, и там он попал под обстрел совершенно беззащитного. И наконец... Дель Потро и... Настоящая игра, и я думаю, что сомнений не должно быть в том, что Дель Потро попал. А вы знаете, сомнения были обоснованы. Мне показалось, что... Аут. И все-таки Дель Потро забирает гейм. Не собирается так просто сдавать гейм Дель Потро, и очень красивый выигрыш добавляет к своему счету. Защищался Дель Потро, но тщетно. Вот он, ритмичный теннис Альмагро, когда он держит мяч перед собой и попадает. Прекрасная атака Дель Потро. Два хода комбинация. Он прибавил, заставил соперника выбросить высокий мяч. Вот он и уже здесь, уверенно подойдя, атаковал. Ох, какой сумасшедший был прием и какой аккуратный, уютный удар в ноги после этого. Ноль 15. Ну и Альмагро в тонусе сейчас. Будут. Невероятно интересная шла борьба. Мяч попал в линию вот там в середине розыгрыша. Альмагро не верит, но мог бы и проверить, если что. В любом случае он выпустил инициативу. Ошибается испанец. И первая партия остается... Вот смотрите, как играет испанец. На старте второй партии. Чистые выигрыши, причем не где-нибудь там, благодаря эйсам или розыгрышам на своей подаче. Но игра совершенно поменялась на старте второго сета. Дель Потро как будто решил... что частично задачу свою выполнил, немножко ослабил хватку. И посмотрите, три мяча на вылет с задней линии выигрывает в этом гейме и зарабатывает свой первый брейкпоинт Николас Альмагро. Ведь может быть. Ну вот Дель Потро напомнилось.
вот что делает Альмагро. Перелетел мяч. Жалко немножко испанца. Такая редкость, чтобы мяч не просто перелетел, но еще и затормозил буквально. Сорвался в пропасть сетки. Ну и Дель Потро, понимая, как ему повезло, в такой, в общем, напряженный момент подошел и обнял, как это бывает по окончании встречи. Ох, как здорово Альмагро играет. И ровно. Хорош теннис с тем, что даже не ошибками готовы воспользоваться соперники друг друга, а тактически. Осенью в московской теннисной публике. Как угадал Дель Потро, да? Попал! Ну, получите, распишитесь. А что, он хотел, чтобы ему аут засчитали? Альмагро. Ну, молодец, Дель Потро. Вот его, его чутье, его интуиция, умение предвосхищать ходы соперника. И главное было еще не сфальшивить, дачи на вылет, но и с соперником. Чтобы никакая случайность не проскочила вдруг, Альмагро вонзил мяч. Вавринке, по-моему, пора переодеваться уже. Ну, теоретически, конечно. Или он верит в Альмагро. Я так понимаю, Вавринка же играет в третьем, да, или... Блестящим был прием, но вот драйв выполнил не очень драйвово. Извините за выражение. И получил ответ. Пятнадцать-ноль. Хорош Дель Потро, конечно. Вот это расстояние миллиметровое. Отличный. Классическая комбинация. Перевод в угол и игра у сетки 30-15. Он и до этого уже отступал назад. Забавный розыгрыш, в котором по очереди через трос играли соперники. Но вот здесь уже Дель Потро был уязвим явно, перейдя нарезанный. Вот это да! Дважды отправляет мяч едва ли не в аут Альмагро, но как же он
выдерживает вот это напряжение. Ведь наверняка колол его страх после каждого этого удара. Удары были не очень хороши. Один раз он вообще стоял на месте, так слегка отклячившись. Другой раз тоже был не уверен, но справился. Вот это очень важно, конечно. И на нем... Да, сломался Альмагро. Нет шансов у Альмагро в этом поединке. Дважды он дрогнул. В первой партии, во второй. По разу этого хватило.